Уже завтра, 21 ноября, наступит время героев. Всероссийский телемарафон с таким названием объединит людей, бескорыстно совершивших добрые дела и отважные поступки со всех регионов нашей страны. Транслировать проект будет телеканал «Вся Уфа», а его участниками станут в том числе и новгородцы. С 10 утра и целый день в прямом эфире телемост из Уфы будет на связи со всей страной. Вы узнаете имена настоящих героев из Якутии, Дагестана, Москвы, Омска, Калининграда и других городов. Среди юных участников есть и наш земляк, школьник из поселка Пролетарий Дима Яковлев, который 14 февраля этого года спас провалившегося под лед ребенка. Несмотря на то, что сам юноша еще не умел плавать, он без раздумий бросился в воду, вытащил тонущего мальчишку и сумел оказать ему первую помощь. О героическом поступке новгородца рассказали местные и федеральные СМИ. И теперь Дима стал номинантом на Всероссийскую общественную премию «Герой нашего времени». Наш корреспондент Наталья Хмелева, снимавшая материал о пролетарском школьнике, также выйдет в прямой эфир на всю страну во время телемоста и поделится впечатлениями о съемках и общении с отважным восьмиклассником.